Продолжаем выпуск. Сегодня в Нальчике получил продолжение проект Всероссийской политической партии «Единая Россия. Старшее поколение». Региональное отделение в Кабардино-Балкарии при участии городского центра социального обслуживания населения организовали концерт для пожилых людей. Программу подготовили силами артистов местной эстрады и начинающих исполнителей, студентов, музыкальных, средних и высших учебных заведений. На идею принять участие в проекте они откликнулись сразу. Проводить концерты не раз в год, а ежемесячно было предложено в рамках мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека. Приглашение пенсионеров взяли на себя представители общественных ветеранских организаций. Цель мероприятия – это связь поколений, это повышение именно социальной активности пенсионеров и возможности дать нашим пенсионерам душевного общения, проведения досуга. Аналогичные концерты представители регионального отделения «Единой России» планируют проводить и в других населенных пунктах республики.